кажется, можно идти потихоньку. Макс, спасешься там? Да. Что у них там? Погружен, ты же понимаешь, что да, это к тебе относится. Что за жена? Чего, Максим? Ну типа школа. Схватили. Это ты зря, Люба. Отойди оттуда. Нет там никого. А Вичку кто ёбнет, то есть у кого? Есть у кого дробаш. Ой, было близко. Спасибо. Да, он почти скинул. О, топорик, это я заберу. Давайте, пока грома нет. Ну, если гром слился, это не факт, что его потом не будет. Может, кто-то дохлый был, ему сразу же дали грома. Вон он. Ну-ка, обратно пошел. Да, мы на 2 очка не выигрываем.